Информация для любителей печатных масс-медиа. По многочисленным просьбам горожан период льготной подписки на городскую газету «Новое время» продлен до 15 декабря. Все актуальные события из жизни города и республики, интересные статьи и факты, история Бендер и бендерчан в изложении журналистов редакции – все это на страницах издания. «Новое время» публикует решения городского совета, объявления об аукционах и тендерах, причем вся важная информация из официальных источников. В «Новом времени» есть постоянные рубрики – новости культурной жизни, спорт, история, страничка о здоровье и полезные советы. А в субботнем номере – бесплатное еженедельное приложение с программы телепередач. Напомним, газета выходит трижды в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость на первое полугодие 2019 года снижена. Льготная цена для индивидуальных подписчиков составит 15 рублей 70 копеек на один месяц. На полгода эта сумма 94,20. Успейте подписаться и будьте в курсе всех городских событий.